Всем привет, друзья. И вот интересное заявление сделал председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь, который заявил, что он готовит Китай к войне. Вот как вы относитесь к этому заявлению? Уже даже все те скептики, которые говорят, что Китай воевать не будет, должны понять, по сути, что Китай готовится к войне. Но тут вот есть один, так сказать, нюанс. Эта война экономическая или, так сказать, реальная? То, что это, я склоняюсь к тому, что это реальная война, это то, что Си Цзиньпинь обратился к своим генералам готовиться к войне. Я лично считаю, что где-то приблизительно в 2025, а может быть даже и в 2024 году начнется война Китая и Соединенных Штатов Америки. Это мое такое мнение. А вы вот так считаете? Напишите в комментариях.